Доброе время суток, дорогие друзья! С вами рубрика «Билет на балет» и я, Жанна Лебедева-Матросова. Мы с вами сегодня находимся в столице Польской Республики, в городе Варшава. И за моей спиной театр «Вельки», театр «Народовый Вельки». А у меня в руках билет на балет. И сегодня вечером мы будем смотреть шедевр искусства балета, балет Чайковского «Лебединое озеро». Несколько слов о театре, который находится сейчас за моей спиной. Этот театр построен в 1833 году, и, как вы видите, он представляет собой один из лучших памятников театров оперы Европы. Очень впечатляющее здание, и я надеюсь, что внутри он будет так же красив, как и снаружи. В России, в Москве, есть Большой театр, а в Варшаве есть театр «Вельки». Кстати, можно дополнить такой факт, что если вы видели фильм «Большой», главная героиня, которая исполнила роль Маргарита Симонова, она и в этой труппе тоже танцует. Сегодня вечером, возможно, мы тоже увидим ее на сцене. Хорошего вечера, и скоро мы увидимся снова.